Добрый вечер, мои хорошие. Я, как обещала, хочу вам показать, как проверить закваску. Готова ли она? Готова ли она нам давать хлебушек? Посмотрите, это моя свежая закваска. Сейчас покажу, ту, которую мы замешивали вместе. Это та, которую мы замешивали вместе, да? Она пузырится, она пахнет. Вроде бы как готова, но смотрите, я не знаю, ли она готова, поэтому есть метод проверить. Берем простую воду, я взяла специально в прозрачную посуду, и вот смотрите, вот сейчас с ложки добавляю. Если закваска готова, она должна плыть. Вы видите, моя закваска плывет, она не тонет. Значит, мы можем с вами сегодня замесить хлебушек. И сейчас я сейчас помою ложечку. Сейчас мы проверим вот эту вот закваску. Я ее замесила в ту же посудину, если помните. Посудину я не помыла, просто перелила в другую закваску, посудину оставила. Я вам говорила, что это была очень активная закваска, которая была засушена все лето. Я ее недавно разбавила с водой, и вот сейчас она дает, как говорится, свои плоды. Поэтому сейчас будем пробовать. Или она готова. Смотрите, она тоже не тонет. Не настолько хорошая закваска, что она просто готова мне давать хлебушек. На что я, конечно, очень рада. Я с удовольствием еще раз засушу. Посмотрите, она не тонет. Она плавает. Вот я надеюсь, вам хорошо видно. Готовая заквасочка. Так что, дорогие мои, готовьтесь. Сегодня будем не печь, но замешаем тесто на хлебушек.